Так. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. Герус Пула. Давайте, Гер. Уносите этого дурака. Так, бьем червя, который справа. Снобольда добивайте. Сейчас я их отверну. Особо не вливайтесь, две ЛПшки дам в червей. Вот этого бейте правого. Чешуй. Так, лужу отвожу, но там милика вроде нету. Давайте быстрее. Так. Подойдите пока с токсином, не можете подойти сейчас? Ладно. Да беги, беги уже. Сейчас бегу. Успели, да? Все, сейчас, короче, вокруг него становимся хороводом, вокруг этого дурака. Только не с одной стороны стойте. Сражайтесь или погибнете, герои! Короче, так, рывок на меня. Должен отбежать, наверное. Давайте посмотрим. Смотри, как получилось. Давайте, дамажим. Блядь, я смог. Без ласки? Угу. Вокруг босса. Успеем, наверное, но вокруг босса пока вставать. С одной стороны не слышно. Что, агро или что? Наверное. Ну да. Чё, раскол не верим. Все, добили. Резать лока сейчас сразу запущу. Наручи, походу, бисовые, а? И шеи. Да. Фурикай на танк. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Шея вроде на ханта, там на рогу. На кота. Да. Короче, маг 1, 3 шп, это... Рассеивание заклинаний вытащите на панель. Нажимаете. В принципе, тут... Я не помню, кстати, притягивается портал притяжкой или нет. Нет, там только с собой, по-моему, отталкивает. А его надо бить десятки? Да. Да. Вилфредом не попался. Так это у меня что, рейд без биников получается, отлично. Ты покорен мне, демон.
Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Чарацус, эредарский повелитель пылающего легиона! Врата бьем. Господин зовет ложь от кости! Это не могу снимать. Можете заешить мобов так-то. Метай. Раскол слышу. Чего? Это кто я волку? Говорю, про раскол слышу. Не должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь ваш... Вы забыли. Что, закидывать-то не надо? Чего? Я забыл. Так, сейчас отходим. Бля, здесь не знаю, как получится. Но... В череп отходите, с центра уходите все. Берите тотем. Будем контролить. Три шипа это уже хорошо. Значит, этот Алпич с себя масс диспел. Ангсу на мун. Цель, которую бьем, диспелишь точно. Так, хант, всякие ловушки там, каток, потом чё. Это было лишь пробой того, что так, сейчас кто вылезет, посмотрим. Яйца вам. Не знаю, кто из них опаснее, но, наверное, самый мелкий, вот этот Сириса. Так, ДК. Нормально, в принципе. Первым будем бить звезду. Баландин Ретрик. Ретрик, да? Ну, короче, смотри, философ, контролишь паладина, тебе в помощь Dead Hit Self. Только Dead Hit Self, смотри, там себя это, не помри, короче. Ваш по контролю вот этот, сейчас поставлю, месяц Ретрик. Все бить будем звезду. Так, я подержу ДК. После звезды будем бить кружок, а дальше скажу. Так, Самул, Самул. Контролишь only time Самула по возможности. И что там еще? Ну, кресты это, соответственно, фир под себя даете там, чтобы они разбегались, эти дураки. ДК я заберу. Так, ну и все, в принципе, все диспелить, это самое. ДК заберу, звездочку бьем, потом кружок. Потом скажу. Чекнупу. Массы, главное, не давайте, чтобы не сбить контроль положу. Да, сейчас я пойду туда. Давай. Бейте звезду. Фиры давай. Так, после звезды кружок. Кружок, кружок. От этого. От квадрата отходите, это ДК. Может, пиздюлей вам дать. Давайте, кружок убили, дали фиры. Фиры дали. Так, после кружка звезду. Кружок быстрее. Дали фиры в мобов. Я
пока не могу использовать эту способность. Бегите от квадрата. Надо подождать. Промах таунтом, он летаем, беги. Да, лаковый, беги. После кружка бейте звездочку опять. Не сейчас. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу. Давайте, побивайте этих дураков. Теперь кого хотите, бейте. Отбегай, маг, подальше от квадрата этого ебучего. Убивайте этих пидоров. Нужно подойти поближе. Убивайте этих хилов, боссанных, вон Антар, этот очистительный горн, блядь. Все, добивайте. Бабл, дисперся. Пустая и горькая победа. Ой, как ты сигнался в аркельный? Фетиш. Еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости. Так, мы отходим к воротам. И ради чего? Как дела? Истинная опасность. Дайте кто-нибудь рыбу. Вау. Запускаю. Сможете пройти последнее испытание. Блять, а здесь я хуй знает как. Две танчить, да? Две могучие воительницы плети. По идее, никак. Дайте рыбу. Короче. Состязания начнутся. Короче, берем. Похоже на это темную. Темную нахуй тебя. Да, да там похуй. Короче, это самое. Все берите. Да, хорошо, нахулишь. Все берите черную, все как обычно. Значит, этот друид. Бьем, как обычно, сейчас поставлю вот этот кружок. Типа, я вот этот кружок подведу. Блять, куда ее надо подвести? А, в принципе, надо сюда. Хуй знает, как сделать. Короче, блять. Сейчас мы Геру дадим, дозерганем эту хуйню. Надеюсь, получится. Подождите, давай я на танка зайду. В чем проблема? Да все нормально, так. Да мы зерганем. Это самое. Сильно рейд ход эти. Короче, смотри, этот Алпич, давай ты по ситуации сдашь гимн на ХП. Как сдашь, скажешь, ВРК. И следующий гимн. Ну так давай вот этот спекнус просто, да и все. Нет, там два хила есть, не надо. Дамаг надо. Так. Короче, блядь, бьем все кружок сейчас этих дур сюда к белому порталу приведу. Если надо будет сменить, я скажу вам сменить, будете другую бить и все. Чек на пол. Давайте. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Давай. Блять, он летаем нахуй. Ты кружок от квадрата не отвечаешь. Друид, тресни лока. Меняйте. И признай ничтожество. Че, ничего менять не надо. Я ж такой. Заебись, короче. Молиться, ваншоты не хилятся. Ну, был бы ДЦ, захилились. Да, блять. Хуяно сходили за шмотом. Заходите, кто там кого может.
А там. Заходи. Да. Только интеллект бафни, сейчас залетят там. Минус плащик. Минус волк. Риск уже. Минус двуручный топор, сундука. А кому он надо? Да вообще минус волна. А, не, это что, это волна нападает от 25. А то плащ от 50, я перепутал. Это, кстати, хорошая новость. Плащ, по-моему, идут на ДФБ, я не подписываю. Да, там на ДФБ идет все, что отсюда падает. Даже сундука. Это единственное, что я думал, почему-то волны с 50 падают уже по футах. С 50 там этот плащ Войт, и волк. Войт. Чё? Что? Слава, привет, братан, братиш. Давай. Христос воскрес. Слушай, ты еще будешь одного СЗК собирать? Мне типа бы ворваться ретриком. Ой, не знаю, не знаю. Ну ты там подумай, там я, если что, Филипца припашу кем-нибудь пойти, там, Седдера. Вот вы вот. Соберете, а я пойду. Кек. Ну ладно, посмотрим. Давай, как закончите, отпишешь в гичат. Или позовешь меня. На кого ты зашел, этот философ, который... На неизбежно, сейчас прогружается, пиздец, на интернет тупит. Блок ага. Поставь что? Ты не докричишься, то сразу два стоят. Угу. Так что, договорились? Я это в канал ниже спущусь. Угу. Вот у меня, это, слышь, этот, будь в теме, тебе что, этот топор надо, что ли? Какой? Это не я говорил. А кто говорил? Я за руку молча иду. В принципе, никому не надо. Топор-то этот мне только надо. Так, все, ты здесь, да? Ну давайте, чек на... Бущий вальтер, да. Я бы только посох бы взял и лук. Ну что, хотите, возьмете. Я же один тут ДК, латник. Ханс. А, я же топоры тоже нашел. Кто? О, Хан. Тебе моркош надо? Добрый день. Не знаю, не знаю. Мне надо, короче. Пройти последнее испытание. Из глубин ледяной. Я тут подумаю. Он такой красивый. Возможно, нужен. Не-не-не, заберу, короче, его. На танка мне там начнутся. Этот. Бис, короче, бис-лист свой. Там меткость нужна. Ну да, ну да. У меня просто две шмотки осталось, так что давайте начинаем. Поведи их через ловушки, поставь, пожалуйста. Задевает ли? Да-да. Бейте черные щиток, сбивайте. Сбивайте каст. Не надо сбивать, да? А че он летаем? Твою вальку бил, что ли, или че? Как он помирает? Хантаза хитит.
Вообще не понимаю. Охуенно. Давайте эту бьем. Черную берите. Нормально. Ну давайте еще разок. Пролетаем, ты научишься в своей жизни раскол нажимать? Уже бьем. От той вальки отбеги, отведи ее поближе к порталу. Отбегите там, ворон. Смотрите, сейчас секунда, возможно, придется свет сменить. Меняйте на свет, берите. Берите быстрее и бегите отсюда. Явно сны, прокнул. Ну хильте паладина хорошо. Способность 3 секунды. Возможно, придется цвет сменить. Давайте смотрим. Или добьем. Добивайте. 200 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. Давайте. Все, пошли вниз. Как попутно. Блин, мне на БДК вот так это кольцо надо было на танка. Все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Второе кольцо. Король Лич понес... Так, вот мне... Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Слава! Вместе нанесем удар по цитадели... Шага назад! ...и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, ну давай, заходи на мак. Мы бы не могли пройти сообща. Кто косты будет наши сбивать? Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную... Можно поконтролить. Можно поконтролить. А у нас собаку можно контролировать. Да, точно. Ну один каст я могу сбить, а второй там хант может, наверное, сбить, да? Нет, там присты могут сбить цепями каст. Но должны, по крайней мере. Цепями можно сбить. А на последней фазе законтролить жуков и все. У ханта нету забивалки. Стана нету, что ли, никакого? А, стан может есть, у него сайлент сикшот. Не качал, не качал. Че за спек такой? У кого? У ханта. Этот. Ты здесь рядом. Все тебе. Все тебе мой спех играет. Короче, вливаем со всей дури, жуки появятся, и их тоже со всей дури. Сейчас, подожди. Че, или собаку сделать? В принципе, мы должны без зарывания убить. Да не, забей. Давай, короче. Этот Алпич, твой жук слева, который идет, собьешь, когда под босса подведет. Ну, ты запомнишь его, собьешь каст цепями. Динчик, твой жук справа, который идет. На последней фазе, когда будем бить босса, то же самое. Алпич слева, Динчик справа.
Я их не буду ждать под боссом, этих жуков. Вы их, как они вылезут, сразу законтрольте, ладно? Все, чек на пул. Наверное, без зарывания будет. Сильно сейчас стекаем. Первых жуков двух убьем. Давайте на счет 3 начинаю. 1, 2, 3. Давайте бейте. Давай Геру, короче, шаман. Переводим. Плести своих жуков контрольте. Скажу, когда выйдут. Плести контрольте. Жуки, жуки. Угу, босс бьем. Маркош, пожалуйста. Ах ты, падла, блядь. Чё ты зачем поставил эту? Ник, ответствовал. Ну, блядь. Думал, топору придут. Короче, это, думаешь, давайте ты... трофеи 4 штуки. Первые 4 порога. Так, дед хитцел. Дальше философ. Так, потом максимум бум. Так, и этот будь в теме. Так, если что-то надо, скажет. Давай мне тоску. Ага, ханту? Да-да. Сейчас. Грусть, тоска меня съедает. Так, шлем, грудь, вот это надо кому-то, не? Собираю, короче. Давайте валите в портал.